Лучшие строительные пылесосы с AliExpress, топ 5 моделей AliGuide 7 часов 1 минута. 2022 товары для дома и сада, как выбрать строительный пылесос. Основная характеристика этих устройств – мощность. От ее величины напрямую зависит количество строительного мусора, который пылесос в состоянии всосать, а также интенсивность его работы. Кроме того, при выборе строительного пылесоса стоит обратить на функцию сбора жидкостей. Ее использование позволяет эффективнее прибираться в помещениях с повышенной влажностью, а также, на функцию моющего пылесоса. Еще одним моментом, на который стоит обратить внимание при выборе строительного пылесоса, является наличие розетки для электрооборудования. Она позволяет удобно и легко пользоваться дополнительным электроинструментом, например, перфоратором или дрелью, и одновременно всасывать. Пыли достаточно крупные фракции строительного мусора сразу в процессе сверления. Дополнительно стоит обратить внимание на комплектацию устройства и его размеры. В рамках небольшого помещения крайне неудобно будет пользоваться громоздким приспособлением. Кроме того, сравнительно небольшие модели пылесосов могут в дальнейшем использоваться в качестве устройства для бытовой уборки. Если подбирать пылесос для выполнения ремонта в частном доме или квартире, то стоит обратить внимание именно на такого электропомощника. Подборка строительных пылесосов, представленная ниже, подойдет для использования в полупрофессиональных сферах, в частном строительстве, на небольшом производстве, при ремонте и для уборки небольшой мастерской. Они имеют достаточно ограниченные объемы баков для мусора и выполнять работы на серьезных площадях с загрязнениями больших фракций не смогут. Их ценовой сегмент ниже среднего. Они специально рассчитаны для использования ремонтными бригадами и для наведения порядка на рабочем месте в пределах небольшого производственного цеха. Их невысокая стоимость делает их доступным приобретением как в качестве рабочего оборудования для небольшой компании или для личного пользования во время проведения строительно-ремонтных работ в своем доме или квартире. Лучшие строительные пылесосы с AliExpress. Не забывайте про кэшбэк-сервисы и банковские карты с кэшбэк. Если есть возможность сэкономить, почему бы этого не сделать? Правильно, Wackmaster VK1620SWC – маломощный и компактный пылесос с функцией сухой и влажной уборки. Пылесборник имеет небольшую емкость, всего 2 литра, а резервуар для воды 20-литровый. Его скромные размеры, всего 34 звездочка 90 см, позволяют эффективно использовать его в ограниченных пространствах, в том числе для уборки салона и кузова небольших грузовиков. Пылесос является безмешковым и оборудован бумажным пылесборником. Его использование доступно как в домашних условиях, так и в качестве оборудования для обеспечения потребностей различного бизнеса. От уборки офиса, до наведения порядка в производственных помещениях и торговых центрах. Невысокий уровень шума, создаваемый моделью, еще один довод в качестве покупки его для бытового использования. Он издает звуки всего в 69 дБ. Основные характеристики – мощность 1600 Вт, наличие функции сухой и влажной уборки, подходит для сбора влаги, фильтр. Нера, в комплекте многофункциональные комбинированные насадки, которые подходят для выполнения различных уборочных работ. Длина кабеля 7 метров. Среди дополнительных функциональных особенностей стоит выделить наличие розетки и использование в конструкции двойного двигателя-вентилятора. Его главные недостатки – сравнительная невысокая мощность и отсутствие аккумулятора. Однако для выполнения своих задач, они не становятся серьезной проблемой. Это устройство идеально подойдет как для решения мелких производственных задач, так и для уборки жилых помещений, бытовой или сервисной. Его небольшой вес и скромные габариты позволяют удобно использовать его даже в самых тесных комнатах, а большая мощность всасывания позволяет эффективно удалять пыль и откачивать жидкость. Присмотритесь к этой модели, если затеваете грандиозный ремонт и в дальнейшем хотели бы использовать строительный пылесос в быту. Отзыв с AliExpress: пылесос достойный, качественный. Понравился, приятно удивил, шланг такой длинный 3,5 метра. Сосет достойно. Двоеточие, закрывающая круглая скобка, закрывающая круглая скобка. На фото видно, что с одного места, всю кабину грузовика спокойно можно пропылесосить. Классический промышленный пылесос от отечественного производителя может быть использован вместе с электроинструментом мощностью до 2 кВт.
Его бак изготовлен из нержавеющей стали и рассчитан на всасывание до 20 литров строительного или бытового мусора. Пылесос оснащен розеткой для электроинструментов. Устройство работает достаточно тихо, его уровень шума – всего 78 дБ. Использованные конструктивные решения позволяют собирать воду в бак для жидкости. Забор воды останавливается автоматически в случае его заполнения. В комплект включены щетка для пола, щелевая насадка и три бумажных пылесборника. Среди преимуществ устройства стоит выделить широкую область применения, нейрофильтр, наличие тока в розетке при подключенном к сети, но не работающем устройстве, небольшие размеры 43,2 х 37,4 х 47,2 см. Сравнительно невысокая мощность, всего 1600 Вт и короткий шнур 3,5 метра, это достаточно серьезные недостатки для строительного пылесоса. Однако при использовании его в качестве бытового серьезных хлопот это не доставит. Главный плюс этого компактного строительного пылесоса – очень невысокая стоимость. Из всей подборки этот пылесос дешевле остальных устройств. Его покупка в качестве инвентаря для проведения ремонтных работ и обслуживания небольших мастерских, складских помещений – оптимальный вариант. После окончания ремонтно-строительных работ устройство можно оставить работать в качестве бытового пылесоса. Для больших площадей его использование будет достаточно проблематичным ввиду короткого сетевого шнура. В остальном же, это достаточно неплохой многофункциональный пылесос для выполнения как бытовых, так и производственных задач, сбора мусора крупной фракции и откачки жидкости. Видеообзор, еще один сравнительно недорогой агрегат Калнер KVC-1700S. Он отличается более высокой мощностью, чем у всех остальных устройств, представленных в подборке и сравнительно невысокой ценой. Его стоимость немного выше, чем у Союза, но все же остается достаточно низкой. Небольшой вес, всего 5,8 кг и с функцией автовключения устройства, когда на встроенную розетку подается напряжение. Устройство предназначено для сухой и влажной уборки и оборудовано достаточно длинным 5-метровым кабелем. Предусмотрена работа на выдув. Пылесос собирает пыль в пылесборник, а объем его бака 25 литров. Как и у предыдущих устройств, в комплектации идет установленный нейрофильтр. Устройство легко транспортировать, а металлический корпус бака и приятная расцветка – приятное дополнение к характеристикам устройства. Основные характеристики пылесоса – мощность 1700 Вт, русскоязычная служба поддержки клиентов, отсутствуют таможенные сборы. Доставка осуществляется из России. Недостатками устройства являются его достаточно большие размеры. Он отлично подойдет для целевого применения в качестве недорогого строительного пылесоса с функцией автовключения. Его удобно использовать вместе с дополнительным инструментом, чтобы сразу собирать строительный мусор и пыль, которая получается в результате проведения работ. Он хорошо подойдет для использования в качестве бытового пылесоса и поможет справиться с текущими потребностями небольшой мастерской, офисного помещения. Дополнительно прельщает факт доставки внутри страны. Она выполняется быстро и отсутствует дополнительная таможенная пошлина. В целом, если строительный пылесос по низкой цене нужен здесь и сейчас, то Калнер KVC-1700S явно заслуживает внимания. Видео, строительный пылесос средних размеров родом из России, имеющий второй по величине бак, среди представленных моделей из подборки 30 литров. Несмотря на это устройство достаточно компактное 37 х 36 х 67 см. Изготовлено из нержавеющей стали и ударопрочных материалов, которые позволяют продлить срок службы независимо от условий эксплуатации. Несмотря на свой увеличенный бак, отличается небольшим весом 5,9 кг. Встроенную розетку возможно подключение электроинструмента мощностью до 2 кВт. Дополнительное преимущество – функция автоматического включения, отключения при использовании дополнительного электроинструмента. Этот пылесос также доставляется из России. Среди его функций – сухая уборка и сбор жидкостей. Уровень шума – достаточно низкий 78-80 дБ. Среди преимуществ данного устройства стоит выделить многоразовый фильтр, функцию автоматического выдувания воздуха, функция автоматического отключения всасывания при заполнении бака. Недостаток устройства – короткий 4-метровый сетевой кабель и отсутствие защиты от перегрева.
Этот агрегат отлично подойдет в качестве инструмента для поддержания чистоты и порядка в небольшой мастерской. Кроме того, его целесообразно использовать во время сверления и других видов пыльных работ с электроинструментом. В комплекте имеются три щетки – круглая, прямоугольная и для сбора воды. Его компактные размеры и невысокий уровень шума позволяют эффективно использовать его не только для строительных и производственных нужд, но и в быту. Особое внимание стоит уделить длинному двухметровому шлангу, позволяющему подобраться даже к самым труднодоступным для уборки местам. Видео Hammer P-AL50 и самое громоздкое из представленных устройств. Его уже вряд ли получится использовать в качестве бытового. Его вместительный 50-бак для мусора и внушительный вес 11,6 кг значительно снижают маневренность и удобство пользования. В качестве бытового электроинструмента. Устройство рассчитано на всасывание любых строительных и промышленных загрязнений, строительной пыли, мелкого мусора, опилок и жидкостей. В устройстве предусмотрена функция автостарта и выдувания. Дополнительное преимущество от его использования – удобство, которое достигается за счет длинного 7-метрового сетевого кабеля и 3-метрового шланга. Им комфортно наводить порядок даже в достаточно просторных помещениях. Дополнительные преимущества устройства – специальный слив для удаления жидкости, корпус из нержавеющей стали, отсек для хранения насадок на корпусе устройства. Главный недостаток в сравнении с представленными устройствами – небольшая мощность, всего 1500 Вт. Это устройство не рассчитано на использование в качестве бытового, оно скорее подходит для своего целевого использования, в качестве надежного и достаточно недорогого устройства для выполнения строительных, ремонтных, отделочных работ. Кроме того, устройство отлично справится с производственными нагрузками и позволит быстро, без лишних усилий собрать большое количество загрязнений, откачать серьезные объемы жидкости. У его всасывающего шланга достаточно большой диаметр 32 мм. Это позволяет без труда удалять даже крупные фракции загрязнений и быстро откачивать воду. Это устройство – незаменимый помощник при строительных и ремонтных работах в жилых, производственных и офисных помещениях. Видеообзор, пользовательский рейтинг, лучший строительный пылесос из представленных по вашему мнению. Wackmaster VK1620SWC Союз PSS 7320 Колнер KVC 1700S Стерм. VC 7203 Hammer PIL50 и загрузка.